Доброе утро! С вами юрист Николай Попов. Помните, что ваше право всегда можно защитить. Записавшись в спортзал на групповую программу фитнеса, со мной не было подписано никаких договоров, кроме карты здоровья. По стечению обстоятельств я не смогла посетить несколько занятий по абонементу в течение месяца. И придя, как обычно, на тренировку, и зная, что у меня есть оплаченные занятия, на стойке регистрации мне было сказано, что занятия сгорели. Скажите, законно ли это? То, что между вами и фитнес-клубом не было подписано договора, еще не означает, что он не был заключен. Российский закон предусматривает такое понятие, как конклюдентные действия. Это действия, которые подтверждают намерение сторон заключить договор. Например, передача денег покупателям и передача товара продавцу. В ситуации, которую описываете вы, получилось так, что вы действия совершили, то есть передали деньги, а вот исполнитель в лице фитнес-клуба ничего взамен вам не дал. Следовательно, услуга не была оказана, а значит, вы имеете право потребовать вернуть деньги или предоставить вам услугу. Убедитесь при этом, что у вас сохранился чек и не врученное каких-либо абонементов, актов или иных документов, содержащих условия проведения занятий. Если у вас возникли вопросы, вы всегда можете их задать по телефону, который видите на экране. И хорошего вам дня!